будет на что вздрочнуть. Всем привет! Мы привыкли к суровым и мужественным супергероям, таким как бескомпромиссный Бэтмен или Супермен. Инопланетянин по происхождению, однако вполне земной по своему патриотизму и самоотверженности. Но есть в этих рядах и весьма остроумные личности. Их шутки едки, а язвительность порой зашкаливает. И сегодня я расскажу вам о пятерке самых остроумных супергероев. Ракета. Объект 89P13, который называет себя ракетой. Результат эксперимента по генной модификации животных. По словам самого ракеты, в лаборатории его разбирали и собирали заново много раз. И это сформировало тяжелый характер и вспыльчивый нрав героя. По данным корпуса Новый, личное дело ракеты насчитывает 13 фактов хищения, 23 факта побега из-под стражи, 7 случаев наемнической деятельности и 15 поджогов. Ракета обладает острым умом, находчивостью и блестящими навыками тактика и стратега. У него сложный характер, он вспыльчив, не всегда справляется с гневом и совершает необдуманные поступки, которые часто создают неприятности для всей команды. Звездный лорд. Питер Квилл, родом с Земли, был воспитан матерью, которая умерла, когда он был еще ребенком. Маленький Питер был похищен бандой космических пиратов под предводительством Йонду Удонта. Питер вырос среди них и сам стал бандитом, взяв себе псевдоним «Звездный лорд». Звездный лорд. Кто? Харизма и уникальное чувство юмора Питера могут как спасти ему жизнь, так и привести к новым неприятностям. Главное сокровище Питера – кассетный плеер, последний подарок его матери. Ради него Звездный Лорд готов ввязаться в самые опасные приключения. А еще Питер Квилл – настоящий засранец. У него на корабле полный бардак. Это еще цветочки. В ультрафиолете. Здесь вообще шедевр абстракционизма. Ты болен, Квилл. Тор. Могущественный бог грома Тор, достойный носить величайшее оружие во вселенной, волшебный молот Мьёльнир, никогда не перестает сражаться за правое дело и защищать любимую землю. Тор обожает прикалываться над своими приятелями, а еще он любит цеплять очень правильного капитана Америку. По-твоему, это смешно? Тор один из самых обожаемых публикой супергероев. Так что он может похвастаться участием не только во франшизе «Мстители», но и тремя сольными проектами. А в наши дни это уже немало. Халк как огонь, Тор как вода. Ну, скорее мы оба как огонь. Халк как бушующий огонь, Тор как тлеющий огонь. Железный человек. Эксцентричный гений, миллионер, дамский угодник и филантроп Тони Старк также является супергероем в броне, известный как Железный Человек. Переживший сложную операцию и оснастивший себя сверхсовременным костюмом, военный магнат стал супергероем. Три фильма одноименной франшизы пользовались небывалой популярностью, а все благодаря замечательному чувству юмора заглавного персонажа и харизме актера. Буквально снял с языка. Стоит ли говорить, что он отлично вписался в отряд Мстителей и всегда не прочь проявить свое остроумие и с друзьями, и с врагами? А ты подкачался? Вибраниум не как ты, красавец. Шеф, музычку? Дэдпул. Дэдпул вне всякой конкуренции. Наемник Уилсон, превратившийся из-за рискованных экспериментов в машину для убийств, страдал неизлечимым заболеванием. В результате опытов он не только выжил и избавился от рака, но и стал обладателем множества навыков и способностей. Не, правда не дурно. Еще у него есть ярко выраженный побочный эффект – психическая нестабильность вкупе со словонедержанием. Такой забавной нецензурщины на наших экранах не было никогда. У нас все общее. Место на полу, зубная нить. Даже прессики. А какие супергерои нравятся вам? Пишите об этом в комментариях. До новых встреч. Пока. А что это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось.